Сборкой на месте руководят военные специалисты. После установки машину окрасят в специальный камуфляж. За ходом реализации проекта следил глава города-курорта Юрий Поляков. На сегодняшнем планерном совещании он поручил наладить охрану самолета и парка военной техники в целом. Ожидается, что следующие экспонаты появятся там уже в канун Дня города. Его же в дальнейшем надо охранять. Ну, мы постараемся уже все заварить там, закрутить, чтобы ничего нельзя было отвинтить. Подумайте, заказать, что по охране там надо, чтобы охраняли его. Безопасный город, там же рядом у нас камера стоит. Надо будет камеры поставить и на этот парк несколько камер, чтобы они тоже посматривали там. Напомним, что по инициативе главы Анапы Юрия Полякова в городском сквере Боевой Славы недавно были установлены две пушки-сорокопятки. А в селе Супсех открыт построенный с нуля сквер в честь 75-й годовщины освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.